Я, Гожиков Сергей Анатольевич, 56 лет, приехал из Москвы. Да, я неоднократно пробовал решать свои проблемы с зубами. То есть до лечения обращался в клиники Москвы, стоматологические, где также назначен был курс лечения и стоимость по оплаченных услуг. То есть, почему я обратился в эту клинику? С тем, что стоимость там превышает на порядок, на 2-3 раза в Москве, чем в этой клинике. Я узнал о вашей клинике от знакомых, которые проходили здесь лечение и остались очень довольны. То есть благоприятное впечатление оставили и рекомендовали эту клинику мне. Я обратился по электронной почте на сайт клиники электронной, получил ответ. Вполне как бы ответом был устроен, все было как бы расписано и определено все досконально. То есть все как нужные мои вопросы, на все вопросы я получил ответ досконально. Что меня поразило, это очень уважительное обслуживание. То есть как бы доволен всем. Доктора – настоящие профессионалы. График лечения расписан, все поминутно, досконально. Так что не занимает ни лишнего времени. И все процессы происходят без сбоев. Минск – это замечательный город. Чище, чем Москва, сразу скажу. Все здесь, люди доброжелательные, то есть все хорошо. Во-первых, хочу выразить большую благодарность клинике, именно всем врачам, профессионалам настоящим, а также обслуживающему персоналу, то, что как бы уважительно очень относятся и что вызывает положительные эмоции. И пожелать хочу процветания клинике, чтобы были, как говорится, хорошие клиенты, именно хорошие в смысле слова, что как бы были положительные результаты. Да сейчас мы приехали просто профилактическое обследование провести, хотя прошел уже год. И что нас поразило, то что, во-первых, это обследование мы прошли бесплатно. Это говорит о том, что клиника дорожит своими клиентами, отвечает, гарантирует качество, отвечает за это и соблюдает полностью договор между клиентом и клиникой.